Уважаемый господин председатель, уважаемые участники конференции, в начале своего выступления хотел бы еще раз выразить соболезнования народу Франции в связи с прошедшим террористическим актом, жертвами среди граждан Франции. Считаем, что все акты терроризма являются преступными и не имеют оправдания, независимо от их мотивизации. Уважаемые дамы и господа, сегодня мы собрались здесь с важной целью договориться, каким образом мы будем решать проблему изменения климата, которая стала глобальным вызовом устойчивому развитию всего человечества. Негативные последствия изменения климата не обошли стороной и нашу страну. Как никогда прежде у нас растут засушливые годы, растет число заболеваний населения в связи с изменением климата. Особую тревогу в Кыргызстане вызывает стремительное таяние горных ледников, которые являются зоной формирования пресной воды Центральной Азии. По прогнозам, к 2025 году общая площадь ледников в Кыргызстане может в среднем сократиться на 30-40%.